первый челлендж, так называемое задание для нашей молодежи. Это показать, какими они видят свои улицы, улицы своей страны, улицы своего города. Я б його трошки розмалював. Я б обрав дешевую уродливую рекламу. Демонтировал бы пару памятников в городе. Добавил вещей в городе, которые многим кажутся бессмысленными, но они создают атмосферу правильного города.